Более 8 миллиардов рублей. Именно столько, по прогнозам экономистов, составит объем отгруженных товаров местного производства, а также выполненных услуг в Чистополе по итогам 2015 года, за 10 месяцев которого уже реализовано товаров и услуг на 7 миллиардов. Такие данные озвучила заместитель руководителя исполкома района Лисан Кашапова на очередном заседании городского совета. По ее же словам, рост объема произведенной у нас продукции в 2016 году прогнозируется на уровне чуть больше 111%. Основную долю экономической отрасли города занимает промышленность. И наряду с передовыми предприятиями, как, к примеру, Битар, НТЦ «Восток», «Новые технологии», большие надежды на предстоящие годы специалисты возлагают и на индустриальный парк «Чистополь». Сегодня на площадке индустриального парка начал строительство резидент «Татрианстрой». Уже закуплено оборудование и будет создано не менее 50 рабочих мест. Буквально вчера подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Газпром» газомоторное топливо по производству сжиженного газа. На днях состоится завершающая комиссия во внешнем банке, и в начале 2016 года начнут строительство второй очереди производства фирмы «Белрус». Инвесторы, якорные резиденты, увлекут за собой ряд сопутствующих производств и услуг, развитие малого и среднего бизнеса, как на территории индустриального парка Чистополь, так и района в целом. Общая сумма инвестиций на период 2016-2020 годов должна составить более 9 миллиардов рублей. Будет создано 1300 новых рабочих мест. На повестку дня заседания был вынесен и проект решения Горсовета по освобождению от земельного налога и налога на имущество физических лиц на 2016 год субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства, получивших государственную аккредитацию в Татарстане в качестве промышленной площадки муниципального уровня. Депутаты поддержали этот проект единогласно, а это означает, что в следующем году такие предприниматели, а их в Чистополе на сегодня двое, платить налоги за земельные участки и имущество, используемые в качестве промышленных площадок, не будут. Это вот именно касается новых, начинающих строительных промышленных площадок, которых нужно поддержать. Мы поэтому принимаем всего на один год решение. Если будет заполнение резидентами, у них движение не пойдет, все нормально будет. Будем рассматривать дальше. Зашла речь на заседании и об увеличении туристического потока. Если в уходящем году Чистополь посетили более 38 тысяч туристов, то согласно социально-экономическому прогнозу развития города на 2016-2018 годы, их количество увеличится до 180 тысяч. Не обошли стороной депутаты и бюджет города на 2016 год и утвердили его основные характеристики. Доход бюджета в следующем году прогнозируется в сумме 134 миллиона 112 тысяч. Из них собственные доходные источники, собираемость плательщиков города, составляет 129 миллионов 417 тысяч рублей, это 96%. И безвозмездные перечисления из бюджета других уровней составляют 4 миллиона 696 тысяч рублей. Бюджет дотационный на 4%. В завершении заседания активные члены добровольно-народной дружины города получили удостоверение и благодарность от главы Дмитрия Иванова.